Это Земля. Все мы знаем ее как свой дом. Это СССР. Все мы знаем его как свой дом. Мы также знаем, что они хрупки. Но пока Земля может быть уничтожена снаружи, мы уничтожаем ее изнутри. Это Максим Морозов. С 1974 по 1979 он помогал сохранять мир и порядок в стране, защищая общество и единство, которое мы, русские, так ценим. Однако, это продолжалось недолго. Когда его призвали на войну в Афганистан, он отказался, сказав, что люди, которым он служит в своем обществе, нуждаются в нем больше. Сейчас он считается погибшим. Дух и чувство долга, которые он показал обществу, а не войне, признак истинной лояльности Советскому Союзу, и это основа нашей организации. Мы верим, что благодаря общности, производительности и надежности может быть достигнута продуктивность, чего этой стране остро не хватало в последние годы. Благодаря этому мы можем построить СССР, которому никто не бросит вызов и который будут уважать все. СССР, в которых ваши дети будут расти в безопасности. СССР, которым гордился бы Максим Морозов. Мы были полны решимости найти мирный метод достижения этого до определенного момента. Теперь очевидно, что для достижения нашей цели необходим более радикальный метод. Вы получили эту кассету, потому что мы сочли вас способным помочь нам достичь этого, и мы надеемся, что вы примете наше предложение. На выбор есть множество ролей. Мужчины могут помочь в создании и поддержании необходимых нам ресурсов и сооружений. Женщины могут помочь делать то, что у них получается лучше всего, заботиться и поддерживать нас во время подготовки и трудностей. Дети могут помочь напомнить нам, чего мы надеемся достичь, и поднять моральный дух. Присоединяйтесь к нам, и о вас не только позаботятся, но и помогут построить лучшую нацию через кровь, пот и слезы, в которой у ваших детей будет будущее. Вы видели, как ваши поля опустошаются, ваш скот голодает, а ваша надежда иссякает, разрушенная некомпетентностью и неумелостью. Надежды и мечты, которые были у тебя в детстве, разорваны в клочья холодной, суровой реальностью мира. Но это не обязательно должно быть так. Есть альтернатива. Мы начнем набор добровольцев 1 февраля в Пагеруге в 10 утра. В этот момент пути назад не будет. Оказавшись внутри, вы и наша миссия связаны до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Наша миссия жизненно важна. Мы работаем над тем, чтобы возродить дух, гордость и компетентность этих земель, и мы будем работать над достижением этого, пока не зароемся глубоко в землю.